занимаемся реставрацией Classic Cars. В данном случае Chevrolet Apache 1959 года. В каком состоянии ты? Достался, из Америки привезли вот в таком виде, на ходу, на полном ходу. Привезли его в 2016 году, покупали в Америке. И именно выбирание стали удлиненный кузов. Вся его ценность в том, что кузов удлинен от стандартного на 40 сантиметров. Было интересно, почему удлиненный кузов, чтобы была возможность поставить мотоцикл в полном размере. Ну а вообще были проблемы с запчастями? Запчасти в данном случае на эти автомобили, на эту марку, запчасти выпускаются до сих пор новые, и у них налажено производство. То есть это культовый автомобиль и любимый Америкой. Поэтому как бы проблем вообще с запчастями никаких не оказалось. Но была задача восстановить все оригинально и минимум заменой запчастей. Машина на полном ходу, да, двигатель шестерка рядная, Chevrolet GM стандартный, который устанавливался, и четырехступенчатая механическая коробка, то есть ему этого вполне хватает. Если не секрет, во что это все обошлось? Вот в голом виде, когда вы ее купили, и вот после реставрации? Покупали мы в Америке его за 10 тысяч долларов, реставрация полностью... В конечном счете, наверное, к 3 миллионам обошлось. То есть он полностью разбирался до винтика и до каждой запчасти. И процесс пескоструйки, обработки, грунтовки, сварки. Все-все-все, это вот полная реставрационная эпопея произошла с этим автомобилем. Кузов восстанавливался, у них дерево пол. Это был изначально заводской, и мы поселили тоже новый пол, дерево использовали дуб. А уже борта, у них тоже шло, комплектация с бортами шла, и борта мы уже делали в стиле Jack Daniels, потому что у нас приобрелся ящик от виски оригинальный 38 года. И все борта использовались тоже в стиле Jack Daniels. Супер. Молодцы, спасибо. Как ты докатился до такой жизни? Ой, слушай, катился, как роллер, катился и докатился. Твое? Скорее, а? Твое же? На него же, да, на него же. Вот. Ну, поэтому... давай, рассказывай. Какого года? GMC Sierra. У них аналоги Chevrolet Silverado, но это только внутренний рынок, причем очень редкий, с вариантом Stepside. Которые даже редкие еще для Америки. Не фрит-сайд, а именно степ-сайд для погрузок, разгрузок, то есть, но он даже редкий сейчас. А это GMC Sierra, 79-й год. У них два типа двигателя стояли, 5-литровый, 5,7. Здесь стоит 5-литровый, а вот идентичный двигатель. Вот. В данном случае машина полная рабочая лошадка, все агрегаты технически, и, соответственно, ну, я как человек из оффроудного мира, задача у нее была своя для того, чтобы добраться до моих коллег, у которых есть технические проблемы, чтобы она эта штуковина сама туда себя еще доставила. Ну и дальше нужно зачинякать что-нибудь, кого-нибудь там, да, помочь, потому что здесь полный набор инструментов, ну и здесь сжатый воздух, 220 вольт, то есть все на борту есть. Мы все ковбои, ну, соответственно, в ковбойском стиле сделаны. А лошади где ваши? Даже вот задняя часть, пожалуйста, она с настоящими ширинками, то есть все положено. Молодцы! То есть это такие карманы. Ну, сюда кладется, сами знаете, чего, если необходимо. Ну, вот. Ну и полный комплект любого ковбоя, то есть это... настоящие. Нет, так лошадь-то где, я не понимаю. Лошадь, она и есть сама лошадь. Она, ёшкин кот, она сама и есть лошадь. Вот, соответственно, здесь полный комплект рок-н-ролла, музыки. То есть, если это все завести, то это все нормально дает драйв дополнительно. Вот, поэтому все функционально. Слушай, ну... Тебе также нескромный вопрос, обошлось дорого реставрация? Ну, недешево, да. То есть любая реставрация, она очень материалоемкая.
материал. То есть, как поет наш любимый Шнур, плачу, но плачу, плачу, но плачу. Сколько лет ушло? Ну, ты еще молодой был, в общем. Я еще молодой был, да. Я и сейчас еще ничего, но тогда я был моложе. В целом-то да. Был моложе. Но гордость тем, что это такая, ну, концепция, конечно, своя, подготовки этого автомобиля, аутентичность здесь сохранена, но она, то есть она рабочая лошадка.